принес ветик. Чем ты это сделала? Хватит по телефону болтать. Я в твои годы отличницей была. А мне какая разница, за кем ты там была? Вот бы ты была такой, как я. Постоянно бы не зубрила свои книжечки тупые. А ходила бы со мной по дискотекам, не знаю. Это же скучно быть такой, как ты. Ну ладно. Поспать хотя бы дай. Пьяна? Ну а кто же еще? Пошли. Быстро собирайся и приведи в себя в порядок. Да, конечно. Все, я себя привела в порядок. Нормально, да? Идем ко мне танцевать. Я с такими малявками, как ты, не тусуюсь. Подумаешь. Ты че как поздно? Тебе какое дело? Я все маме расскажу. Кто это тебе там по ночам названивает? Сейчас проверим. Алло. Алло. Ты кто? Это Света. Пойдешь гулять сегодня в 5? Ты чё? Ничего, пойдешь? Нет. Нет. Я с такими, как ты, не тусуюсь. Не тусуешься со Светкой? Но она же самая популярная девочка в классе. Теперь я самая популярная девочка в классе. И я с ней не равняюсь. А кстати, ты помнишь наш плакат? Как мы его старались рисовать? Это плакат очень страшный. И мы не старались. Ну, как я не старалась. В смысле не старалась? Ты не старалась над этим плакатом? За что ты так? Не хочу, чтобы ты такая больше была. Зачем ты так делаешь? Вернись, Ульяна! Ульяна, вернись! Вернись, Ульяна! Ульяна, вернись! Пожалуйста, прошу, вернись! Откуда вернись? Как откуда? О боже, это все был сон? Что за сон? Забудь. Кстати, я тебе новую книжку принесла. Что уж, на, бери. Спасибо. Ульян, я побежала! Ой, хорошо, что мне еще про двойника сон не приснился.